Реальная юридическая помощь, мотивация к действию в решении спорных, давно наболевших вопросов, либо же простой житейский совет. Заведующий нотариальной конторы Пружанского района Андрей Репиха в своей работе применяет всегда индивидуальный подход к каждому клиенту. Поможет не запутаться в многообразии юридических терминов, разберет, что называется, по полочкам тот или иной закон или подберет нужные слова, особо не загружая официальной информации. Для работы на такой должности мало юридического образования и опыта, мало только слушать. Важно еще и слышать. Обязательно коммуникабельность. Обязательно слышать своего собеседника. Очень важна душевность. То есть понять собеседника, его проблемы и постараться максимально в нормах законодателя, в рамках норм законодательства решить его проблемы, чтобы ему не пришлось обращаться дальше к адвокатам, в суд, какие-то споры, чтобы погасить изначально к приходу к нам. Сейчас на рабочем столе эффектно расположилась внушительных размеров награда, состоящая из основных символов работы нотариуса – пера и бумаги. Свою карьеру Андрей Репиха начинал строить 15 лет назад, с первой ступеньки, работая простым консультантом. Но как к любому человеку аппетит приходит во время еды, так и к герою нашего сюжета вкус к работе пришел сразу после того, как он взялся за нее. И перебить рабочий аппетит не может ничего. Ни сложные дела о долгах и спорах, ни эффект выгорания, который свойственен нотариусом. Всегда общение с людьми, оно выматывает, наверное, в эмоциональном плане каком-то, потому что каждый идет со своим настроением, с какими-то убеждениями. Когда тебя уходит клиент и благодарит тебя, это очень приятно и важно. То есть ты понимаешь, что все твои старания достигли какого-то результата. И вот эта благодарность, не выраженная официально, а просто слово «спасибо», вот оно и подпитывает тому, что ты правильное дело делаешь и правильный выбор жизни сделал. История нотариата Брестской области – это не одно и даже не пара выдающихся имен. Это большое количество профессионалов и их каждодневных трудов, бумаг и документов, в которых отражена жизнь. А то, что лучшие белорусские нотариусы работают в Бресте, было доказано еще в 2017 году. По итогам 2017 года Брестская областная нотариальная палата Белорусской нотариальной палаты получила звание лучшей территориальной нотариальной палаты. Безусловно, это работа каждого нотариуса, каждого работника территориальной нотариальной палаты и, конечно же, аппарата, который организовывал всю эту деятельность. Всегда надо пытаться понять своего собеседника и, самое главное, относиться к людям и к своему посетителю или собеседнику так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. Это самое главное. Всегда должно быть уважение к своему клиенту. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БукТВ.